Ну что ты? Это же история все. Вы же знаете, что я летописец. Потому что там акценты расставят. Главное, другие люди. Главное, оставайтесь людьми. Вот. За подлецов надо писать, что не подлецы. За хороших людей. Ну, надо приближаться к тому, чтобы была истина. Вот. Конечно, хочется иной раз и деньги заработать. Ну, на человеческих горе и слезах не заработаешь. Они не принесут пользу. Вот. Надо более объективно и справедливо. Ну, к сожалению, у нас журналистика еще не скоро станет на эти рельсы, потому что люди нуждаются здорово. Надо зарабатывать, кормить семьи. Но приходится переступать своими. Вот. Я правильно? Так точно. Ну, в этой экспедиции таких людей нет, которые зарабатывают деньги. В такой ситуации я говорю следующему. Ты должен только отвечать за себя. Не знаешь, что жена думает твоя. О. Это, естественно, человек, у каждого своя душа, ты что? Не, ну вы сказали сейчас правильные слова, как и те журналисты, так называемые, которые зарабатывают. Да, да, разные, и среди нас есть, и по-разному, и что думаешь? Я по-честному по жизни шел, да елки-палки. Вот. Но я никогда старался, в общем, никогда. Старался бизнес делать так, ну, так как они давят нас сегодня. Эти налоговики и все остальные. Это ни в одном государстве такого нет. Это просто жах. Те, кто несет золотые курочки, золотые яйца несут, они тех и гнобят. Ну это разве правильно? Я тебе рассказывал вчера за этих 100 семей. Это ж действительно так. Поэтому не будем о грустном. Все прекрасно, все хорошо. Главное, чтобы здоровы были. Вот это главное. Остальное. И приезжайте почаще. Вот. Но не так, что приедем 12-15, а приехало 8. Ну то. Вот. Надо более ответственно. Пучкову. Все претензии к Пучкову. Мы до последнего дня. Ну, причем, да? Каждый... До последней минуты. Вот. Я что-то думал, что он все-таки соберется. Но вы же его будете. Договорились. Спасибо. Вот. Здоровья, здоровья, здоровья. Ну, с кем-то я чаще встречаюсь. Пожалуйста, приходите в гости. Я всегда рад всех видеть. Артём, какой твой телефон? 050.